Всем привет, меня зовут Николай, хочу вам рассказать о недорогом портретном объективе, который радует меня с первого же дня покупки. Обладателем его стал я практически случайно, но в то же время он меня не разочаровал, я не собираюсь его продавать. И речь сейчас пойдет о Canon 100 мм f2.0 USM. Это достаточно старый объектив. Он разрабатывался примерно в 91 году, если я не ошибаюсь, но в то же время он не устарел. Почему-то на русскоязычном YouTube о нем очень мало информации, поэтому я решил записать о нем свой отзыв, небольшой обзор и все эмоции, которые я испытал при его покупке и использовании. Вы уже догадались, что съемка сейчас идет на него, а пока я хочу рассказать, как он случайно у меня появился. К сожалению, все было не так. А было все достаточно прозаично. Я засматривался на 135-ку кэноновскую эльку, эту крутую бандурину, дорогущую, длинную, тяжелую. Но с нее такая изумительная картинка, сказочная такая. Ну, в общем, можете сами посмотреть. И я тоже смотрел на эти картинки, хотел ее себе купить. Ну как хотел, я мечтал о ней, но позволить себе я ее не мог. Плюс ко всему, у меня в то время был кропнутый Canon, это 700D. И то есть я понимал, даже если каким-то чудом я накоплю на эту эльку, то снимать на нее будет мне очень-очень проблематично. И что я сделал? Ну, соответственно, я перевел эту 135-ку в кэноновский кроп, получилось примерно 85, и я посмотрел, вау, есть такие объективы 85-ки, они достаточно дешевые, есть такой 85-1.8, он бюджетный, но в то же время дает классную картинку. В общем, на новый у меня тоже не хватило денег, и поэтому я, конечно же, полез на барахолку. И какое же было мое удивление, что вместе с ним в одну цену примерно стоил Canon 100 мм 2.0. Я полез в интернет, как я уже сказал, на YouTube практически не было отзывов, поэтому я полез в интернет, начал читать про него, и его там все хвалили, я очень удивился, что это такая за вещь, ну, думаю, может рискнуть, не рискнуть, конечно, у меня были сомнения, меня терзали, мучили, потому что 100 мм на кропе превращаются в 160 мм, и поэтому, если бы я хотел сделать фотосессию на поле, то мне бы пришлось убегать в лес, чтобы сфотографировать модель. Ну, в общем, я думал и думаю, ай, ну ладно, куплю. Соответственно, я встретился с человеком, который его продавал, я посмотрел на него, можно сказать, это была любовь с первого взгляда, потому что он мне просто понравился, он... Ну, что вам сказать, вам надо его посмотреть, пощупать. Такое небольшое лирическое отступление, в то время у меня был только полтинник 1.8 и 18-55 STM, и поэтому для меня 100 мм вот этот вот с такой большой линзой казалось чем-то таким сверхъестественным, и плюс, в общем, я пощелкал, проверил, думал, ладно, беру. Я не разочарован. Давайте, наверное, посмотрим его поближе, я потом продолжу свой рассказ. Ну что, мой дорогой друг, я буду тебя препарировать. И вот мы в уютном, спокойном месте для того, чтобы посмотреть на этот объектив поближе. Вот мне он достался в бушном варианте вот в такой коробочке. Сейчас произведу распаковочку, что в ней было. Такая чудесная упаковочка. Вот объективчик, давайте его потом посмотрим. Так, у нас была тут макулатура с чеком. В 2015 году был куплен объектив. Вот такая вот огромная большая инструкция с перечнем объективов. Вот целая куча объективов, посмотрите, видно, не видно. Да. Все красиво, все четко расписывается, но смотрите, даже картиночки какие есть чудесные. Но мы, наверное, это ничего смотреть не будем. Раньше какая была богатая комплектация, тут больше ничего нету, кроме чека, по-моему, и магазина. Ну, не суть важно. Отставим в стороночку. Вот наш объектив. Вот он, красавец. Какой, посмотрите. Бочечка. Приятный он. Какое кольцо. Вот. Ну, немножко по техническим характеристикам пройдемся. Вес 460 грамм. Он достаточно компактный. Вот если его сравнить с полтинником STM. Вот STM полтинник. Да, он побольше.
потяжелее. Это 460 грамм полтинник. Я не помню, сколько, напишу вам. Ну, ширина у них примерно одинаковая. На этом сходства закончились. Вот у меня, как я сказал, бушный вариант. Достаточно в хорошем состоянии получилось его купить. Но мне кажется, крышка не родная. Она какая-то слишком жесткая, что ли. Хотя, может быть, и комплектовали как-то такими крышками. Не знаю. Но вся радость не в крышке. Соответственно, сзади железный байонет. Ничего нового в этом нету. Красота, никакого пластика. Объектив начал выпускаться в 91-м, и уже тогда стандарт качества достаточно высокий был. Вот что у нас на объективе есть. Переключатель, мануальный фокус, автофокус. Вот это вот окошко, где показывается дистанция фокусировки, вот от 0,9 метров до бесконечности. У кольца фокусировки нету хардстопа. Что это значит? А то, что вот если доходит до конца, вот смотрите, он немножко тугим становится, а потом дальше прокручивается. То есть удобно, вы без проблем фокусируете, не сломаете тут ничего. Большая какая красивая линза. Вот смотрите, шикарно. Шикарно смотрится. Отличное качество. Мне кажется, если бы сделали пыль-влагу защиту, они бы точно налепили красное кольцо. Какие нюансы есть у этого объектива? У него странная бленда. Вот я купил себе китайскую бленду, она не оригинальная. Но в чем странность? А то, что какой-то странный способ крепления. Вот она не закручивается, надо вот так вот нажимать с двух сторон и одевать. Это достаточно неудобно. У меня китайская бленда, но и у родной тоже принцип работает точно такой же. Она у меня немножко, видите, подломана. Надо сначала одеть, потом... Оп, все, оделась. Вот так вот выглядит с блендой. Расскажу, что случилось с этой блендой. Я как-то ее одевал. Камера на штативе стояла и не очень удачно ее одел. И она бахнулась и... Соответственно, о кафельный пол или о плитку и немножко сломалась. Максимальная диафрагма тут, как вы видите, 2.0. Сделана в Японии. Где-то вот-вот-вот. Сделана в Японии. Made in Japan. И хочется дальше продолжить свой рассказ, но на самом деле не о чем рассказывать. Я его просто купил и начал им пользоваться. У меня был Crop 700D, и это мне ни капли не мешало. Даже, может быть, мотивировало на покупку новой камеры. И поэтому примерно через год я себе купил полнокадровую беззеркалку Canon RP. И на этой камере этот объектив просто раскрылся с новой силой. Вы можете посмотреть фотографии. Я не скажу, что я профессионал, я фотограф-любитель. Да, у меня когда-то проскакивают какие-то коммерческие съемки, но зачастую я снимаю сам для себя. И поэтому он меня очень сильно радует, и претензий за эту цену у меня к нему нету. Но чтобы не быть голословным, давайте разберем, почему он мне нравится. Давайте я расскажу о его плюсах. И чтобы вы не подумали, что я какой-то мечтатель, я потом расскажу о его минусах, потому что они, конечно же, есть. Ладно, поехали. Первый плюс — это он легкий и компактный. Давайте я его сейчас возьму. И вот он у меня в руках, не могу им налюбоваться, как всегда. Все супер, мне он нравится. Как я и сказал, он легкий и компактный. Понятно, что не сравнится по весу с тем же кэноновским полтинником STM, но в то же время какая-то L-ка, допустим, 135-ка, там полтинник полтинник с буковкой L, он достаточно тяжелее. Это все примерно под килограмм, а вот этот вот полкилограмма. Второй его плюс. Он быстро фокусируется. Я без проблем снимаю на него репортажку, снимаю детей, плавают мои дети, как бегают, как прыгают. В общем, в плане этого он очень хорош. На Canon RP он отрабатывает классно. У меня к нему по скорости фокусировки и по точности фокусировки вообще нет претензий. Третий плюс. У него классное, красивое боке. У него открытая диафрагма 2. Это значит то, что он размывает фон в хлам. Можно снимать в разных стрёмных местах. Если вы берете там поясной портрет или лицевой портрет, то все просто убирается, все, что сзади, и у него угол обзора маленький, и, соответственно, вы можете в любой дырке приткнуться и снимать классно, и все будет супер. Четвертый плюс. У него классная цветопередача. Она естественная, она там не супер красочная, допустим, как у Элик, но когда достаточно света, он очень хорошо передает картинку. Я не буду красить видео, я думаю, вы все сами увидите.
Следующий плюс — это у него классный конструктив. Ничего не выезжает, ни передняя линза, ни задняя линза, ничего тут не вращается, кольцо фокусировки. Хоть и объектив 91 года, конструкция его, но все сделано на высшем уровне. Могу только передать привет современным РФ-ным объективам, когда там выезжают всякие хоботы, там передние линзы туда-сюда ездят. В общем, это трэш. Причем они стоят космос, мне кажется, космос. А тут все супер, все супер. Следующий плюс — это хорошая резкость на открытой диафрагме. Да, она не идеальная, не супер-супер резкая, но она достаточно. Для портретов самое то. То есть для такой кожи, как у меня, это вообще супер, там не видны там все морщинки, но в то же время и не надо там наваливать много резкости на постпродакшн. Ну и последний плюс, который я нашел, это фильтры 58 мм. Если вы их используете, то вам не надо будет много за них платить. Но там, где есть плюсы, там, конечно же, есть и минусы. И вот пару минусов этого объектива. Первый минус — это дистанция фокусировки. Она составляет примерно 90 сантиметров. То есть вы не сможете снимать какие-то детали крупные, вы не сможете, например, глаз снять или макросъемку. Сможете, но придется использовать макрокольца. Следующий минус — у этого объектива нет стабилизации, а значит, надо будет следить всегда за выдержкой. Минимальную выдержку лучше всего выставлять 1/200. И если вы снимаете на улице, с этим как бы проблем не должно быть. Но если вы заходите в помещение, снимаете какой-то репортаж или в сумерках вечером, то это может быть проблемой. Минус под номером 3 — это то, что на открытой диафрагме есть винитирование. Оно не очень заметное, и в то же время, если вы снимаете портреты, это может даже как-то в плюс сыграть, потому что акцентируется внимание на человеке. Следующий минус он унаследовал от своего брата-близнеца 85-1.8, а именно хроматической аберрации. Да, они не такие ужасные, как на той же 85-ке, но они присутствуют. Честно говоря, меня не напрягают, но кого-то может это отпугнуть. Если отпугнет, очень жаль. Нет пыли влагозащиты. Он классно сделан, никаких проблем нету, но, к сожалению, такой галочки нету, поэтому в дождь, в снег, в мороз... В мороз поснимается, но в дождь и снег не рекомендую, потому что может быть алис капут. И последний минус — это странная бленда, но про нее я уже рассказывал. Вот и все. И самое интересное, я думаю, оставил на потом, а именно опыт использования, мои эмоции при съемке. Давайте начну с самого начала. Как я уже говорил ранее, я начал снимать на 100 мм на кропе. У меня были страхи, что на диафрагме 2.0 я не смогу ничего снять, потому что у меня старый кроп, потому что далеко приходится отходить. Но я потестировал его, и вроде бы можно жить. Понятно, что я делал по несколько дублей, и потом как-то приноровился, и мне хватало 2 дубля. В принципе, иногда попадались 2 удачных. Да, понятно, что были и 2 неудачные, особенно если вы снимаете какую-то там движуху. Но для постановочных съемок нормально. Я снимал в полный рост, я снимал крупные планы. Могу припомнить случай о том, как я снимал семейную пару, и в руках они держали котенка. Это было на закате, и вот так вот поднимали. У меня получилось и луну частично снять. И, в общем, я отходил достаточно далеко и попал в резкость. В общем, без проблем. Я семейные пары снимал, детей снимал, постановку. С репортажкой, конечно, туго. На кроп я не снимал репортажку, потому что так как-то. Еще у меня был такой случай в практике, я фотографировал семью в парке, и вот мы идем, я увидел классную лестницу, я подумал, классно было бы их посадить на эту лестницу и снять как-то целиком, и вот я вижу, рядом находится горка, я сажаю эту семью на лестницу, а сам залажу на горку, беру 100 мм, так щелкаю их, и понятно, что неудобно с ними контактировать, я там с этой горки кричал им, чтобы как сели там, как кидали там листья или еще что-то. Ну, в общем, фотографии, как мне кажется, получились классные, поэтому этот объектив заставляет думать, заставляет как-то импровизировать. Подведу итог, что на кропе, в принципе, на него можно снимать, понятно, неудобно, понятно, что много ограничений, лучше его использовать на полном кадре, но у меня тогда полного кадра не было. И скажу я вам, через год это сподвигло меня к покупке как раз-таки полного кадра. Я купил себе Canon RP, и когда я поставил этот объектив, я увидел полноту картинки, красоты, почему его так хвалят в интернете.
не на Ютубе, теперь его, я его хвалю на Ютубе, а просто в интернете. У него действительно классная картинка, воздушная, объемная, пластичная, я не знаю, как ее там еще по-разному обзывают, но она действительно крутая. Расскажу вам такой случай. Я снимал как-то репортажную фотографию на Canon RP, и там вместе со мной был видеограф, а у него был 70-200 F4. Это Элька классная, правда, без стабилизатора. Ну так вот, ему она не надо была в то время, и он предложил мне попробовать, и я как бы взял, походил, пофоткал, да, класс, мне все понравилось, там цвета, супер-пупер. Ну, я поснимал на нее часик, потом поставил свой 100 мм и дальше продолжал снимать на него, потому что мне даже на моем экранчике показалась картинка покласснее. И когда я приехал домой, посмотрел все на большом экране, и действительно так. Картинка со 100 мм намного круче, чем с 70-200. Ну, по крайней мере, смотрится. Я не говорю, что для репортажной съемки он больше подходит, потому что он не больше подходит, но картинка с него класснее. По крайней мере, я так считаю. На полном кадре он проявляет себя классно. И постановочные съемки, и репортажные съемки. Можно снимать и в зале. Я снимал какие-то там минимальные концерты. Хочу сказать, я не профессиональный фотограф, и у меня не так много заказов. Но те, что я снимал, полностью он отрабатывал так, как это необходимо. У меня нету к нему каких-то претензий. Да, бывают где-то промахи по фокусу, да, бывает где-то засветка, потому что в контровом он не очень себя проявляет. Но по точности фокусировки, по скорости фокусировки, по цветопередаче, по резкости, еще по каким-то нюансам у меня вообще к нему нету никаких претензий. Что еще можно про него сказать? Я его всецело рекомендую, я его вряд ли еще несколько лет буду продавать, тем более аналогов на RF Bayonetti, к сожалению, нету, есть 2.8, не знаю, есть он на RF 2.8, 100, 2.8 или он просто на EF, без разницы, в общем. В любом случае, денег у меня на такой объектив точно нету, я снимаю, кайфую, радуюсь жизни и вам настоятельно рекомендую, если у вас получится такая возможность его испробовать, где-то взять в рентале, или вы на бэушном рынке найдете нормальный экземпляр, то смело берите. В любом случае, если вам не понравится, я думаю, вы перепродадите его без проблем и ничего не потеряете. В общем, спасибо, что были со мной. Всем удачи, всем пока. Любите людей, любите фотографировать. Canon 100 мм.